самые умные, самые сильные в начальной школе четвероклассники. Поприветствуем. Я желаю вам, чтобы год прошел у вас под девизом. Девиз я вам напечатала. Умнее, сильнее, ярче. Умнее, чтобы вы получили много полезных знаний. Сильнее – это чтобы вы в знаниях стали сильнее и физически крепкими. А ярче – чтобы вы свои креативные идеи, творческие идеи могли воплотить так, чтобы на вас смотрели и тоже старались быть такими же, как вы. Вы – наша, ну, на сегодняшний день наша гордость. Вы – опора своим родителям будущее. Сейчас родители на вас смотрят и хотят от вас только получать радостные такие моменты и события. Поэтому поздравляю вас, желаю, чтобы четвертый класс, вот четвертый год обучения в нашей начальной школе прошел у вас на полном позитиве, с крепким здоровьем, с дружбой, с поддержкой, чтобы вы друг друга больше любили, больше ценили, потому что у нас за плечами уже немало, ну будем так говорить, прожито школьных дней. Года пока считать не будем. Будем говорить правильно. Хорошо? Родители, кто хочет нашим детям что-то пожелать? Вот они у нас такие сегодня большие. Крепитесь. Родители напугало уже.